сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Я решил тихонечко снять. Не удержался я, блин. Конечно, планирую поехать. Уже поужинали. Я танцую плохо. Ригерту привет передам. Не поверите, но никто не пил еще. Следующая серия завтра. Мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой. Ради этой встречи с тобой. Но вся где-то пыльца моя. Даю это было нельзя. На свете было нельзя. Мне напрасно было. Но мне ясно стало теперь. Еще три серии. Миронов, не знаю, куда ты делся. Вам спасибо за интересный вечер. Нам было очень приятно познакомиться, девчонки. Молодцы! А сколько прилетаем? В 5 утра прилетаем в Москву. Белоруссия, привет. Диме отдельный респект за пятую часть. Привет из Орла. Дима. Спасибо большое, готовим шестую. А Ригерту от Булавы привет. От Булавы. Привет, Булава. Булава передал, как и обещал. Хабаровск, Хабаровску привет. Ригерту передал привет уже не раз. Сейчас, ребята, еще одну песенку снимем. Чтобы вам тоже было весело. Наши маленькие веселые моменты. Мы не только работаем, но и веселимся. Да, здесь можно увеличить. Ты в перископе? Давай, на бундершафт. Я тебя отперископил. Ага, это я тебя первый отперископил. У меня 280 человек тебя перископит. Ой. Ой. А у меня 28. Да. 10 моих перископит одного твоего. Реально, ребят, смотрите. Давай. Всего 28. Ничего на свете лучше нету, чем родить друзья по белу свету. Чем подружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги, дороги, мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Нам борцов за большие слоты не заменят никогда свободы. Ну что, ребята, всем спасибо. Здесь какой-то угар. Что за
наши маленькие вечерние развлекушки. Увидимся завтра, скорее всего, уже в аэропорту перед улетом. Всем до встречи, с вами был я, Александр Шпак. Низкий поклон и уважение. Пока-пока.